Каждые 7 минут от конечной остановки в станице Анапской отходит маршрутный автобус номер 25. Через час небольшим, сделав круг по городу, возвращается на исходную позицию. Проверки, организованные городским отделом по транспорту и связи, для водителей не редкость. Отделом по транспорту и связи повторно проведен мониторинг маршрута номер 25. Так как мы в прошлый раз нарушителя-водителя наказали административным протоколом, сейчас смотрим, что он исправился, молодец, повесил все таблички, все чисто в автобусе. Евгений Лукаш уже более 10 лет занимается перевозками пассажиров. Водитель вежливый, аккуратный, но его недавно оштрафовали за отсутствие информационного стенда на задней панели автобуса. Улетела ветром табличка, была прикреплена с наружной стороны. И, потерялась. Заказал новую. Все исправил. Я сам заинтересован в том, чтобы люди читали больше информацию и знали, куда едет маршрут. Специалисты отдела пристально следят не только за остановочными пунктами, которых в городской черте 99. Рейды идут и в процессе следования по маршруту. Информационные стенды обязательно, внешний вид, санитарное состояние автобусов. Чтобы наши граждане были довольны, и мы надеемся, что они будут довольны. Самое главное, чтобы они были вежливы, доброжелательны, чтобы в автобусах было всегда приятно зайти и сесть. Штраф за нарушение может составить от 1 до 3 тысяч рублей.